Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Молдаудалу. В Бобруйске растет число заболевших лаймборелиозом. Все эти люди либо проживают в сельской местности, либо находились там. Чем опасна инфекция? Скотское отношение. В Крическом районе укрывали падеж животных. Заведомо ложные сведения. Что грозит фальсификатору? Прямая разгонка, грайнд и радиус. В городе открылся современный скейт-парк. Эта площадка очень хорошая, новая. Где опробовать свой трюковый велосипед? А также богатый урожай, туристический маршрут и глубокая осень. В стране со среды заметно похолодает. Стоит ли ждать потепления? Гостям здесь всегда рады. Беларусь по безвизу посетили почти 250 тысяч иностранцев. Воспользоваться до конца года и могут граждане Польши, Литвы и Латвии. В стране также упростили получение разрешения на постоянное проживание. Касается это тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. Их ходатайство рассматривают в ускоренном порядке до 30 дней. Консультация граждан продолжается, и мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшей интеграции на жительство в Беларусь. Еще одно нововведение для приезжих. Украинцы получили равные права с белорусами. Соответствующий указ подписал президент. В частности, он касается граждан страны-соседки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Гости могут рассчитывать на дошкольное, общее и специальное образование, а также поступать в колледжи и вузы за счет средств бюджета. Для них будет доступно также медобслуживание, детские пособия и пенсии. Сомнительные поручения. В Крическом районе укрывали падеж скота. Директор одного из сельхозпредприятий в течение 4 месяцев давал подчиненным незаконные указания. Из 7 голов погибшего молодняка по документам 2 были якобы реализованы работниками. Недостачу 5 обнаружили уже при пересчете. Чтобы создать видимость благоприятной экономической обстановки, скрыть недостатки и упущения в организации работы предприятия, а также избежать ответственности за допущенный падеж скота, в отчеты вносились заведомо ложные сведения. Теперь крическому животноводу-фальсификатору грозит уголовное наказание за превышение служебных полномочий. Малый бизнес, доступная древесина и белорусский вояж. БелЖД запустит регулярный туристический поезд. Какие направления развивает перевозчик? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране завершается уборка рапса. Осталось всего 0,5% площадей. Намолотили почти 905 тысяч тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. На финишной прямой проса и гречиха. На повестке дня свекла. Аграрии ожидают рекордный урожай. В планах 5 миллионов тонн. Инвестпроекты малого бизнеса получат государственную поддержку. Приоритет отдадут импортозамещению, развитию экспорта и внедрению новых технологий. Финансирование может быть предоставлено в виде займа или на приобретение имущества в лизинг сроком до 5 лет. В стране с декабря увеличится частота движения в Анапу, Адлер и Мурманск. Появятся беспересадочные вагоны в Псков. Кроме того, БелЖД планирует запустить на постоянной основе туристические поезда «Белорусский вояж». Железнодорожное сообщение с Россией активно развивается. Уже восстановлено 17 направлений. А в республике упростят получение деловой древесины. Теперь белорусам не нужно будет обращаться в исполкомы и ждать своей очереди. Вопросом займутся лесхозы. Благодаря нововведению топливо станет доступнее. Правила вступят в силу с 25 сентября. Глубокая осень наступит раньше своих сроков. Со среды заметно похолодает. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3 градуса и не превысит 15. В выходные теплее не станет, максимум до 12 выше нуля. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Потепления ждать не стоит. Прогулка с последствиями. В Бобруйске растет число заболевших лаймборелиозом. Распространитель инфекции клещ. За 8 месяцев этого года 40 случаев. По сравнению с прошлым, цифра выросла почти на 60%. Специалисты отмечают, не столько страшен укус паразита, как вирус, который он переносит. Болезнь поражает кожу, суставы и сердце. Нередко становится хронической и может привести к инвалидности.
67,5% из этих заболевших людей факт присасывания клещей отрицают. Но все эти люди либо проживают в сельской местности, либо находились там на дачах, либо имели контакт с природой. В 2022-м в городе и районе за медпомощью от укуса клеща обратились 278 человек. Из них 154 ребенка. Осенью паразиты не менее опасны, чем весной и летом. В основном живут на высоте не более 1,5 метра от земли. Риск встретиться с ними во время похода в лес чрезвычайно высок. Духовный бастион. Представители Белагропромбанка посетили монастырь святых жен Мироносец. Руководство оказало материальную помощь и высадило 12 туй. Поддержку святыни финансовая организация оказывает на протяжении 3 лет. О древе жизни. Ольга Васенда. Женский монастырь святых жен Мироносец – гордость Бобруйска. Посещает его делегация Белагропромбанка. Руководители региональных дирекций со всей страны знакомятся с историей места притяжения. В домовом храме в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы находятся чудотворные образы – частица животворящего креста Господня и камень с нерукотворным ликом Христа. Мы, в принципе, банк с большим сердцем и с большой социальной ответственностью. Мы помогаем многим, в том числе и таким организациям духовным. Сотрудничаем уже достаточно длительный период и помогаем ей финансово, сколько по возможности, когда хотелось бы иногда и больше с учетом всей потребности и преображения этого потрясающего места. Гости посещают святую обитель с благотворительной миссией, высаживают вечно зеленые туи. Кустарники морозостойкие и неприхотливые в уходе, могут прожить до 150 лет и долго радовать глаз как сестер, так и прихожан. На протяжении 3 лет Белагропромбанк оказывает и материальную поддержку. Съехались для того, чтобы обсудить вопросы развития корпоративного бизнеса Белагропромбанка, а также вот оказать посильную помощь нашему храму. Мы в каждом районном центре каким-то образом участвуем в благоустройстве, в оказании материальной поддержки. Серьезные взаимоотношения у нас по взаимодействию, по дружбе возникли в последнее время. И вот в связи с этим и организована вот эта акция «Посадка деревьев». Монастырь находится в историческом центре города. Жизнь зародилась здесь в 2008-м. Здание на территории, бывший штаб, госпиталь, училище и тюрьма. 3 постройки из 6 уже отреставрированы. В одной епархиальное управление, в других – кельи, мастерские, трапезная. В настоящее время мы готовимся к юбилею, 200-летию со дня основания собора в честь великого князя Александра Невского, благоверного князя. И благодаря нашему такому теплому сотрудничеству с Белагропромбанком мы получаем поддержку от них, вот, финансовую помощь. И с Божьей помощью наше строительство приближается уже к завершению. Празднование юбилея планируется 5 ноября. Восстановление собора Александра Невского началось еще несколько лет назад. Храм – точная копия здания, возведенного на этом месте в 19 веке. Спустя 108 лет самая большая святыня города была взорвана. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Флипы и скольжения. В городе открылся современный скейт-парк. Многофункциональная площадка появилась между 10 и 31 школами благодаря пионерской организации. Спортивный объект возвели меньше, чем за месяц. Установили 6 фигур. Среди них радиус, фанбокс, книга с рейлом, прямая разгонка и грайнд. Теперь трюкачи могут выполнять прыжки, развороты и баланс-трюки на велосипедах, самокатах, роликах и скейтах. Площадка построена очень хорошо, ну, можно сказать, даже лучше, чем на «Спартаке». Эта площадка очень хорошая, новая, она красиво выполнена, все правильно сделано. Площадка стала популярна и реализовалась благодаря проекту первого республиканского конкурса молодежных инициатив, проводимым Белорусским республиканским союзом молодежи, а также при поддержке Министерства образования и Банка развития Республики Беларусь. Юные новаторы еще в прошлом году победили в республиканском конкурсе молодежных инициатив и получили грант на сумму 25 тысяч рублей. К слову, назван объект в честь векового юбилея пионерской организации «На все 100».
Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!